Участники в причудливых костюмах собираются на площадке. С минуты на минуту начнется шоу. В честь космонавта Германа Титова для жителей одноименной улицы устроили настоящий праздник. В программе квесты, игры и викторины. Все о космосе и тех, кто покорял его первым. Вы знаете, что Герман Титов космонавт номер два. Но хочется напомнить, что он космонавт номер один. Почему? Потому что свой полет, ему, когда он улетал в космос, ему было 25 лет. И еще этот рекорд никто не побил. Зрелищно, интересно и познавательно. Родители маленьких гостей отмечают, здорово, когда школа – это место, где ты можешь не только получать знания, но и проводить время вот так, для души. Школа объединила весь район, несколько жилых комплексов, вообще всю округу нашего Клязьмы-Старбеева. И территория способствует, потому что здесь очень много свободного места, есть где расположиться и играм, и концерту, и вообще как бы даже просто мамочкам с детьми на колясках отойти в сторонку тоже понаблюдать. Поэтому это очень замечательно на самом деле. Праздник в память о выдающемся космонавте – возможность получить массу новых знаний о нашей Вселенной. Программу составляли, учитывая разные возрасты ребят. Так что интересно здесь всем – от малышей до старшеклассников. Организаторы этого прекрасного мероприятия ДК «Луч» и администрация школы «Лидер» приложили все усилия, чтобы у всех участников этого праздника было, во-первых, хорошее настроение, во-вторых, они смогли реализовать свой творческий потенциал. А в-третьих, зарядились энергией перед новой учебной неделей. С таким настроем, говорят школьники, пятерки в дневнике обеспечены. Нина Липанова, Алексей Юртаев, новости Химки ТВ.